Должно быть, это проход, о котором говорил Онин. Лили, о, это место сводит меня с ума. Thank you.
Что это за чертовщина? Послушай, что ты говоришь, Мира. Лили жива, просто ее похитило тайное общество. Ты понимаешь, как это глупо звучит? Но это правда. Как ты не понимаешь этого? Я знаю, что с этим трудно смириться, Мира. Но она умерла. Наша девочка умерла. Но я могу доказать это. Смотри. Мира, ты зациклилась. Тебе нужен отдых. Потом это пройдет. И ты смиришься. Нет. Я никогда не смирюсь с этим. И если не хочешь мне помочь, я сама узнаю правду. Мира, ты была права. Но почему я вижу это сейчас?
Господи боже, ничего себе тварюга. Может, удастся проскочить мимо? Господи боже, ничего себе тварюга. Может, удастся проскочить мимо? Надо отсюда убираться.
Это грёбаное место должно было быть стабильным. Кто-то наслаждается зрелищем. Кто-то следил. Лили. Кто-то собирал информацию о ней. Не с места. Ты из Мёбиуса, да? Я... Заткнись! Ни слова! Ты не из наших. Да, точно. Меня прислала Кидман. Слушай, я пришел помочь. Меня зовут Себастьян Кастелланос. Ты врешь. Себастьян Кастелланос мертв. Что? Нет. Кто тебя наплел? Повернись. Медленно. Ты Юкика Хоффман. Откуда ты знаешь? Я же сказал, меня послали найти мою дочь Лили. Ядро. Я говорю правду. Я знаю. Не понял. Нет микромимики, взгляд не отводишь, не переспрашиваешь. Так что уже понятно, что не врешь. Ясно. Ты штатный психолог. Приходится выживать, как умею. Увы, я не боец. Да уж, ты не одна такая. Прости, что угрожала. Привлекают независимых контрактников? Значит, ситуация лучше не становится. Ты нашел других членов группы? Да, но жив остался только О'Нил. Лиэм выжил? Хорошо. Ему удалось стабилизировать пространство? Большой излучатель включен, но тут все равно все разрушается. Думаю, все это из-за психопата, который похитил Лили. Он чувствует себя в Юнионе как дома и может всем управлять. Значит, моя теория верна. Это не просто разрыв соединения с ядром. Психологи стараются зря не использовать термин «психопат». Но в данном случае он подходит. Только клинический психопат может так воздействовать на Стэн. Психопатическая личность, пытающаяся с помощью Лили усилить себя. Самый худший из сценариев. Ты же спец. Как посоветуешь действовать против него? Психопаты асоциальны, лишены эмпатии, имеют садистские склонности. Их общее качество – патологический эгоцентризм. Их заботят только они сами. Можешь назвать что-то важное ему? Да. Он воображает себя художником. Только об этом и твердит. Может быть, нужно атаковать его через его работы? Уничтожить что-то ценное для него, выбить из равновесия? Я понял. Но сперва нужно до него добраться. Он прячется в театре. Ясно. Тогда тебе нужен выход D5. Это рядом, в соседней комнате. Соединим коммуникаторы, чтобы быть на связи. Я подниму свои файлы и проверю, нет ли там полезной информации. Мне кажется, мы что-то упустили. И, конечно, его будет очень сложно победить.
Используй все, что может пригодиться. Так Лили действительно считает меня мертвым? Или ты просто меня так проверяла? Мне очень жаль, но да, она так считает. Я сама так думала до сегодняшнего дня. Но я уже научилась с подозрением относиться ко всей информации от Мёбиуса. Было сразу видно, что ты не лжешь. Но почему они так поступили? Что же они за чудовища такие? Да, это плохо. Но подумай вот о чем. Для Лили менее травматично считать тебя мертвым, чем знать, что ты жив, но не можешь ее забрать. Да, наверное. Но что будет, когда я ее найду? Не бойся. В этом случае она поверит своим глазам. Если Мёбиус не отправлял в стэмп психопатов, как сюда просочился этот тип? Я не знаю. Перед помещением в стэмп каждый участник проходит психологическое тестирование. Мы втайне следим за всеми, чтобы уловить признаки психической нестабильности. Ага, с ним это не сработало. К сожалению, диагностировать психопатию и социопатию бывает очень сложно. Психопаты обычно умные и хитрые. Понимая свой диагноз, они ловко имитируют поведение в границах нормы. То, что этот человек нас одурачил, значит, что он действует умело и осознанно, и это хуже всего. Отлично. Значит, ваши тесты отсеивают только слабых психов. Вина за все, что произошло, лежит на мне. Это я разрабатывала тесты. Ты сказала, вы что-то упустили? Я внимательно изучила материалы по инциденту в маяке, чтобы избежать подобной катастрофы. Тогда... виновный во всем и был ядром. Но пространство оставалось относительно неповрежденным. А здесь как будто что-то не так. О чем ты? Странные существа. Разрушение Юниона. Полная потеря связи с Мёбиусом. Это слишком много для одной личности. Пусть даже из силы ядра. Он говорил о ком-то... о человеке, который хочет завладеть ядром. Может быть... нет. Об этом лучше не думать. О чем? Есть только одно, что может быть здесь сильнее, чем психопат. Но мне нужно сначала проверить эту гипотезу. Thank you.
Я смотрю, вам снова нужна моя помощь. Хорошо бы попасть на склад рядом с убежищем. Хорошо бы попасть... Как больно! Куда делось это... Хорошо бы попасть на склад рядом с убежищем. Хорошо. Театр. Я иду за тобой. Thank you.
Так, некоторые ящики заперты. Черта здесь это понавешено. Проклятие. Лили внутри. Ты не оценил представление моей прекрасной обскуры. Может быть, это тебе понравится больше. Слушай. Нет, помогите мне. Мой главный шедевр еще не закончен. Но ты не достоин того, чтобы увидеть его, пока не научишься ценить мое искусство. Слушай, слушай эти вопли, эхо моих трудов. Ценить искусство, да? Пора проверить теорию Хоффмана.